Привет всем скучающим во время карантина. Да, из-за ситуации в мире человека людям лучше сидеть дома. Как говорил классик, не выходить из комнаты, не совершать ошибку. Такое положение дел заставило многих обратить внимание на видеоигры. И ведь действительно для них сейчас самое время. Виртуальные миры могут стать настоящим спасением для тех, кто уже запарился торчать в четырех стенах. Залипнуть в какую-то игрульку на ПК, например, или на PlayStation 4, отчего нет. Консоль даже выгоднее получается. Во-первых, долбаться со сборкой и подбором оптимального железа не надо. Во-вторых, у Соньки, например, есть крутые бандлы с хорошими играми. Скажем, четвертая прошка с God of War и Horizon Zero Dawn. Звучит неплохо, не так ли? Это топовые тайтлы, которые увлекут вас на долгое время. В общем, если надумали себе что-то взять, я напомню, что на Comfy.ua это можно сделать очень просто. Заказать на сайте, оформить кредит, если нужно, и безопасно получить посылку. И все это не покидая дома. Если я вас заинтересовал, переходите по ссылкам в описании за более подробной информацией. А я, раз зашла речь про крутые игры, сделаю для вас небольшую подборочку. Она не будет состоять из тайтлов, которые у всех на слуху. Сегодня я постараюсь собрать несколько проектов, которые смогут затянуть вас надолго, а некоторые и вообще на весь карантин. Вы могли их пропустить или считать недостойными вашего внимания. Даже если весь список будет вам знаком, может вы захотите их, ну я не знаю, перепройти. В общем, я начинаю, а там увидим. Том Клэнсис The Division 2. Открываю я этот топ достаточно противоречивой игрой. Если мы говорим о слове downgrade, то на ум сразу приходит компания Ubisoft. Трейлер первой The Division поразил наше воображение красотой и геймплеем, а потом игра добралась до релиза и подпортила как веру в Ubisoft, так и репутацию зарождающейся игровой серии. Так что, когда анонсировали сиквел, мне этот проект был уже не интересен, ну от слова совсем. И вот недавно я решил дать игре шанс и не прогадал. Division 2 это кооперативный лутер-шутер. Вы создаете персонажа и отправляетесь бороздить разрушенный эпидемией Вашингтон. Город, кстати, воссоздан очень тщательно и красиво. Здешняя графика и уровень проработки локаций и окружения временами поражает. Картинка правдоподобная и по игровому миру интересно бегать. Сюжетная завязка очень проста. Первичный нам мир разрушен эпидемией. Наша задача объединиться с выжившими и отбить город от негодяев, мародеров и прочей нечисти. Вот как бы и все. Весь геймплей мы бегаем по карте и отстреливаем толпы бандитов по ходу дела, их лутая и находя снаряжение получше. Звучит скучновато, но игра гораздо глубже, чем может показаться. Во-первых, компьютерные враги хоть поначалу тупенькие, но с повышением вашего уровня все меняется. Они становятся злее, мощнее и хитрее. Нередко за вашу неосторожность вас будут наказывать. Тактику со своей тьмой иногда обсудить придется. По мере прохождения открываются новые возможности, режимы, навыки и участки на карте. Вы выбираете оптимальное для вас снаряжение и стиль игры. У лута разная степень редкости и характеристики, что помогает настроить персонажа под себя. Одеть броньку покруче и стволы помощнее в руки взять. Ну а если с неписями воевать надоело, добро пожаловать в темную зону, где можно побороться с другими агентами. Игра предоставляет интересные и уникальные мультиплеерные режимы, за которыми время пролетит незаметно. В общем, как вы поняли, Tom Clancy's The Division 2 очень многогранная, в ней разбираться и разбираться, я тут пытаюсь в пару строк все вместить. Вывод такой, берите друзей и вперед освобождать Вашингтон, если, конечно, первые часы вас не испугают своей медлительностью и тоннами туториалов. Control. Создатели Макса Пейна всегда удивляли геймеров интересными проектами. Делает Remedy это нечасто, именно поэтому каждая игра от них это событие, поэтому вам обязательно стоит поиграть в Control. Студии нужно было реабилитировать свое имя после спорной Quantum Break, и у нее это получилось. Нам подарили необычный шутер от первого лица про загадочное бюро контроля. Эта секретная организация имеет очень тесные взаимоотношения с параллельными измерениями и астральными проекциями. Главной героине игры предстоит проникнуть в офис спецслужбы и разобраться во всех его тайнах и загадках. С первых минут игра погружает нас в мистическую атмосферу серых коридоров Федерального бюро по контролю и не отпускает до конца. Все до мелочей выполнено стильно с визуальной точки зрения. Локации хочется исследовать, чтобы разгадать все тайны, которые скрывают стены старейшего дома. По настроению и геймплею игра напоминает смесь Алана Вейка и Макса Пейна. Мистика перед
переплетается с детективом и образовывает вязкий триллер с запутанным сюжетом. По геймплею же Remedy сделали все, чтобы мы не скучали. Это бодрый шутер с интересными механиками, оружием и разнообразными врагами. Причем противники не так просты, каждому нужен разный подход. К тому же главная героиня обладает телепатией, так что ей доступны различные обилки. Ну, например, отталкивать врагов силой она может или швырять в них все, что попадется под руку. Причем буквально все. В игре реализована отличная интерактивность и разрушаемость окружения. Минималистичные и аккуратные офисы во время стычек превращаются в руины, а сам процесс схватки напоминает сцену в холле из первой Матрицы. Также игра приправлена небольшим количеством несложных загадок и легким юморком в стиле Remedy. Если еще не играли в Control, то сейчас самое время. Call of Duty Warzone. В наше время топ без батл-роялей и не топ вовсе. Да и как я могу не упомянуть игрульку, в которую сам залипал последние недели три, а? Warzone — это свежая, полностью бесплатная королевская битва на 150 человек от Activision. Вам не нужно даже покупать Modern Warfare, можете прямо сейчас скачать и потестить, как на ПК, так и на консолях. Данная игра, кстати, отлично подойдет для тех, кто давно хотел попробовать батл-рояли, но не знал, с чего начать. Игра простая, динамичная и не требует длительного освоения. Главное начать, а в процессе уже разберетесь, какие стволы и гаджеты вам подходят лучше. Вам не надо копаться в рюкзаке. Его попросту нет. Лутаться в поиске брони покруче и обвесов повеселее тоже не нужно. Да, конечно, это упрощение многих устоявшихся механик, но оно помогает быстрее включиться в игру. К тому же разработчики придумали новые интересные фичи. Ну, например, ГУЛАГ, режим, который дает вам после смерти второй шанс, достаточно лишь победить в схватке один на один с другим игроком. Также вам может понравиться тип игры, который называется «Кровавые деньги». Вашей команде нужно первой заработать и отправить как можно больше денег. Собирайте сами или воруйте у других, выбор за вами. В общем, в Warzone хватает интересного контента и она способна генерировать весьма занимательные игровые ситуации, так что зацените на досуге. Alien Isolation. Судя по отличным отзывам критиков и в то же время достаточно низким продажам, могу сделать вывод, что кто-то про Чужой изоляции все-таки не знает. Лично для меня это лучшая игра в жанре хоррор за последнее время. И дело тут не в моем фанбойстве и любви к вселенной Чужих. Ну, может быть, чуть-чуть. Да и вообще, мой топ, что хочу, то и ворочу. Но на самом деле, то количество ужаса и страха, которое мне подарили кошки-мышки с ксеноморфом в этой игре, я больше нигде не испытывал. Звук датчика движения до сих пор в моей голове. Но что делает изоляцию такой крутой и жуткой? Ну, начнем с того, что мир игры проработан до мелочей и фактически досконально передает атмосферу и локации оригинального фильма. Сюжет рассказывает нам историю дочери Эллен Рипли по имени Аманда. В поиске матери она попадает на космическую станцию Севастополь, еще не зная, какой же ужас ее там ждет. Помогает нагнетать обстановку качественный саундтрек, ну и некая хардкорность. В игре нет чекпоинтов и все сохранения делаются вручную на определенных местах. Это помогает ценить жизнь игрового персонажа из-за старания не потерять прогресс. Но гвоздем программы все-таки становится сам идеальный организм. Все потому, что разработчики из Creative Assembly создали уникальный искусственный интеллект. Чужой найдет вас везде, где бы вы ни прятались. Он следует по пятам и особенно любит драматически появляться в самые неподходящие моменты. Ксеноморф не даст вам долго сидеть в одном месте и остро реагирует на любой шорох или звук рядом с вами. Поведение Чужого полностью непредсказуемое. Его нужно перехитрить, а не заучить паттерны его движения. Так что его нельзя убить, так что все, что вы можете сделать, это отпугнуть его, но второй раз он на вашу уловку вряд ли поведется. Честно говоря, не люблю ужастики по типу Outlast, где герой абсолютно беззащитен. В изоляции Аманда не такая, у нее есть оружие, револьвер, там огнемет, но ты не хочешь его применять, ведь Чужой услышит. Таким образом, его можно натравить на кого-то из врагов, ну не знаю, там, например, выстрелить рядом с ними или кинуть шумовую гранату, но главное самому не попасться под раздачу. В общем, игра создает массу неповторимых событий, описывать которые я могу очень долго. Чужой изоляция — это уникальный в своем роде хоррор. И если вы его пропустили, самое время наверстать упущенное. The Outer Worlds.
Без отличной RPG в моем топе тоже никуда. Причем создателями этой игрушки выступают Obsidian Entertainment, авторы Fallout New Vegas, на секундочку. Если вы скучали за качественными проектами в этом жанре, то Outer Worlds как раз для вас. Причем от игры веет, я бы сказал, правильной и такой нужной олдскульностью. Проработанная одиночная кампания на месте, огромный открытый мир, набитый квестами и который можно исследовать тоже на месте. Еще есть обширная система диалогов с огромным количеством вариантов ответов. Это во мне «да», «нет», «сарказм», «наверное» и «мне пора идти». Тут нужно думать, что говоришь и кому. Часто от того, как ты ведешь диалог, зависит дальнейшее развитие событий. Кого-то можно убедить и избежать конфликта, а кому-то можно сболтнуть лишнего. Разумеется, нужно вкачивать соответствующие навыки, и тут для этого широкие возможности прокачки. И она прямым образом влияет на геймплей. Не вкачали хакерство? Извините, простите, терминал взломать нельзя. У вас персонаж сильный, но не шибко умный, но тогда уговорить кого-то будет сложнее, а то и невозможно иногда. Я часто зависал на диалогах в раздумьях, как же поступить. Иногда от твоего решения зависит, например, ну не знаю, жизнь целого поселения. И не сказать бы, что выбор очевиден, ведь нет кого-то объективно плохого или хорошего. Сеттинг. Забыл про него сказать. Хотя я думаю, вы по видео уже поняли, что действие происходит в космосе. Мы исследуем разные миры и космические станции, помогаем корпорациям и простым людям. Набираем в команду верных соратников, которые аккомпанируют нам в путешествии. Мы со своей стороны тоже решаем их проблемы. Разумеется, взятые квесты сводят протагониста с разными структурами, от контрабандистов до чиновников. Кому отдать предпочтение, решать только вам, но помните, что другие группировки это запомнят и вы перестанете быть у них на хорошем счету. Игра выполнена в стиле ретро-футуризм, отсюда у нее необычный и привлекательный вид. Похоже чем-то на Fallout, только в космосе. К тому же многие аспекты The Outer Worlds выполнены с сатиром и хорошим юмором, будь то диалоги, плакаты или квесты. Даже ваш корабль называется ненадежный. За перелетами от планеты к планете вы проведете множество часов, попутно узнавая интересные истории, сражаясь с врагами и решая проблемы галактического масштаба. А можно их и не решать вовсе, ведь путь злодея никто не отменял. Так что если давно хотели с головой уйти в какое-то крутое RPG, берите на заметку The Outer Worlds, ей есть чем вас удивить. А я, пожалуй, пойду и дальше путешествовать по виртуальному Вашингтону с друзьями. Если вы играли во все игры из моего списка, вам, конечно же, респект. Можете написать свои варианты игр, которые затягивают надолго. Еще зацените топ игр на смартфоны и подборку малоизвестных сериалов Netflix. Надеюсь, видео было для вас полезным. Если это так, жамкайте на лайк, подписку и колокольчик. Увидимся, услышимся. Пока!